Сотрудники управления МВД по Одинцовскому городскому округу провели информационную акцию «Госуслуги быстро, просто, доступно» в сельском поселении Успенское. Основная цель акции – проинформировать жителей о том, как, не выходя из дома, в кратчайшие сроки и без очередей получать услуги в электронном виде с помощью портала или приложения. Акции такие мы проводим регулярно, на постоянной основе, особенно граждане, которые пожилого возраста, да, мы помогаем им непосредственно зарегистрироваться, объясняем, как это в наше время актуально, как это облегчает жизнь, не нужно стоять в очередях, не нужно никуда бежать, все это делается дома, доступно, удобно. Полицейские подробно и наглядно объяснили участникам не только, как пройти регистрацию на портале госуслуг, но и как в дальнейшем пользоваться сервисом самостоятельно. Вручали специальные памятки. Правоохранители надеются, что эта акция поможет повысить качество госуслуг, предоставляемых органами внутренних дел. Мария Шматкова, Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».